хлебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезла, ну шо и ты непотребная. Может быть зеленый змея, может крокодил. Но если я чё решил, я выпью, да обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное. Бегало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пение заунывное, и видение оказалось грубым мужиком. Но если я чего решил, я выпью, да обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Ведь если было бы у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами оттуда. Вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил товарищи, как тебя зовут, и если я чего решил, я выпью, да обязательно, но к этим шуткам отношусь и очень отрицательно. Так что хитрость говорю, брось свою Иудину, прямо значит отвечай, кто тебя послал, кто загнал тебя сюда, видную посудину, от кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. И за свободу, за мою, заходите, ежели вы, и забью для вас любого, можно даже двух. Тут я понял, это ж джин, он же может многое, он же может мне сказать в раз озолочу. Ваше предложение, говорю, убогое, морды будем после пить, я вина хочу. Ну а после чудеса, по такому случаю, я до небес творец хочу, ты на то и без. А вот не мы таким делам вовсе не обучены, и кроме мордобинеев никаких чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, ну и дух в амбицию. Стукнул раз специалист, видно по нему. Ну я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину, и с размаху бросили в черный воронок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается, чем в бутылке, лучше уж в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается, если будет выступать, я пойду смотреть, только смотреть, а потом домой.